Вот когда мне откажут, скажут, это дорого. Вот, я доволен. Да, дорого. Не потянули, хорошо. Зря не потянули, через полгода я подниму все на 100 тысяч, еще свою цену. А если вдруг я дешевле, все это ужасно, значит я лузер. Даже если меня купили, говорят, ну, а, вот. И говорят, хорошо, мы будем с вами работать, у вас дешевле, чем у тех, с кем мы хотели. Дешевле продал рынка. Это все, ну как бы, это хорошо, что продал, слава богу, я поем еще немножко. Но это не интересно. Интересно дороже рынка. Ну, хотя бы чуть-чуть дороже. Хоть в следующий раз еще чуть-чуть дороже. Вот, вот это интересно. Вот это охота. Сначала маленького кабанчика, а потом побольше кабанчика. А потом смотришь, он уже тебя чуть не съел. А ты его все равно там пострелял, ну хоть убежал, но ничего, жив остался. Вот это интересно тогда. Вот это позиция. Не нужно думать, что наша задача продавать ниже рынка. Нет, мы продаем дороже рынка. И вот здесь надо научиться это делать. Да, нужно научиться продавать дорогие вещи. А, кстати, это интересная вещь. Казалось бы, что это нереально. Почему нереально? Давайте, просто не знаю, какие машины у вас в ходу и какими категориями финансовыми вы мыслите. Ну вот, продают же люди машины за 5 миллионов. Хотя, например, очень похожие машины есть за 2. Я всегда привожу пример Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. Какая машина, в принципе, ну круче? Ну, конечно, Cayenne. Конечно, Cayenne, да? Она стоит больше, чем в 2 раза, чем Volkswagen Touareg. Но правда такова, что это одна и та же машина. Это бренд тот же самый, это Volkswagen. Да, заводы в Германии разные, я выяснил. Но Touareg это обвешенный, Cayenne это обвешенный Touareg. База одна и та же. Это как Lexus и Toyota. Вот есть некоторые модели, прям копии. То есть это на европейский рынок, на японский, а это на этот, американский рынок. Ну, Lexus они делали для Америки изначально. То есть база одна и та же, обвес другой, понт, ну как бы, чуть-чуть другое, фаунт. То есть продают же. То есть, ну есть же люди, которые реально думают, а что, ну что за 2 миллиона продать машину? Давай за 5 продадим. Так продают выше рынка. Ну, тот же одноклассник, ну, как бы, тоже джип 4-4 ВД. Нет, всегда есть те, кто может продать. Всегда есть те, кто думает, как это сделать. Те, кто может продать дороже. Вот это мастера. И на это нужно себя, ну, настраивать. Вот получилось, вот, ты сегодня продал. Ну, как, да, обычно продал. Не, молодец, конечно, но обычно. А вот продал, дороже продал. Вот, красавчик. Продал, скидку пришлось сделать. Блин, вообще прогнули. Ну, не, контракт подписал, но скидку пришлось сделать. Прогнули. То это не красавчик. Не, скидку не дал, но продал. А вот это красавчик. Ферштейн? Вот что нам нужно от продаж.